В обязательном порядке, значит, так называемая толстовка. Толстовка, которую можно одеть, значит, вернее, будет одевать, пододевать под куртку. Помимо толстовки, здесь полный комплект одежды. Куртка, джинсы, термобелье. Не забыли и про носки. Это первый набор в акции помощи для несовершеннолетних осужденных. Своего рода прототип. Примерная стоимость 8 тысяч рублей. Планируется сделать еще 7 таких. Их будут выдавать ребятам из детских домов или неблагополучных семей. Зачастую подростков из заключения никто не встречает. И такой набор их единственное имущество. Ведь очень много примеров у нас, когда наши сотрудники сопровождают несовершеннолетних к месту проживания до их родителей, а пока 18 лет летнего возраста ему не исполнилось, мы сопровождаем каждого. Когда наш сотрудник приезжает с ребенком, а там, извините, полупьяные родители, бардак и грязь дома, и когда ребенок просто поворачивается к нашему сотруднику и просит его забрать обратно в колонию. Цель акции, чтобы подростки не возвращались в колонию. В зависимости от времени года наборы будут меняться. Летний, зимний и межсезонный. Если в зимний обязательно входит куртка, то в летний шорты. Финансирование проекта идет со стороны бизнесменов. Край в спонсировании отказал. Подобного в России нигде нет, поэтому проект инновационный и еще будет тестироваться. В социальный дорожный комплект входит все необходимое. Это и полный набор вещей, и средства личной гигиены. Даже предусмотрели мобильный телефон для того, чтобы человек быстрее адаптировался и социализировался в обществе. Правда, получат комплекты не все. В Красноярске в прошлом году из колонии для несовершеннолетних выпустили более 25 человек. А наборов в год будет выдаваться только 12. Но, возможно, если это снизит случай возвращения за решетку, то акция получит большую поддержку. Артем Долгоаршинных, Сергей Кашин, Афонтово новости.